40 лет назад, в январе 1981 года, на ТУАЗе вышел приказ о создании с 1 февраля нового структурного подразделения – Центральной заводской лаборатории. В то время специалисты лаборатории участвовали в пусковых операциях, вводимых в строй агрегатов аммиака, карбамида, а затем и на новых производствах КФК и метанола. Заводская лаборатория – очень важное звено в производственном процессе. Ни одно технологическое перевооружение не проходит без участия сотрудников ЦЗЛ. Сегодня 32-й цех состоит из трех специализированных отделов – лаборатории по производству аммиака, КФК и карбамида и контрольно-аналитической лаборатории. При непосредственном участии наших специалистов проводится внедрение новых видов сырья, новых типов катализаторов, ионитов, новых технологических процессов. В настоящее время коллектив ЦЗЛ работает над испытаниями антислеживающих добавок для карбамида. Для проведения испытаний и исследований за последние два года произошло существенное обновление аппаратурного оборудования. Опыт и высокая квалификация специалистов ЦЗЛ и постоянное совершенствование методик позволяют современным аналитическим приборам достигать максимальной точности выполнения поставленных задач. Это очень ответственная, сложная, но в то же время интересная работа, результат которой является необходимым условием для ведения технологического процесса. Наша центральная заводская лаборатория, основной целью деятельности ее является проведение научно-исследовательских работ для контроля технологических процессов, для совершенствования технологий, для модернизации производств, для контроля и экономии сырья, энергоресурсов, для рационального использования природных ресурсов, для ввода новой продукции. Традиционно во всем мире сложилось так, что в лабораториях работают преимущественно женщины, потому как им более свойственны тщательность, скрупулезность, внимание к мелочам и деталям. Выполняя работу по специализированным методикам, женщины максимально собраны и точны. «Женское царство с мужским характером», говорит о своем подразделении начальник ЦЗЛ Елена Матюнина. Ей ли не знать, как порой бывает нелегко доказать правоту или настоять на своем. Успешная работа любого подразделения зависит от его коллектива, считает Елена Владимировна, и перечисляет ветеранов лаборатории, создавших за эти годы особый микроклимат в цехе. Лаборант химического анализа Валентина Маркович пришла работать в ЦЗЛ в апреле 1982 года. У нее четырехзначный табельный номер. Долгое время Валентина Дмитриевна является предцехкомом, инициатором многих коллективных мероприятий. Здесь очень дружный коллектив, все отзывчивые, и здесь микроклимат хороший. Вообще мы юбилей цеха всегда отмечали всем коллективам. Мало того, что работающие, и кто раньше долго работал, здесь уволился, мы их приглашали на юбилей, тоже гуляли. В этом году, конечно, может быть, отложим, как закончится это все. Мы организуем и встретимся все равно со старыми рабочими. Они тоже всегда звонят, всегда спрашивают, беспокоятся, как там, со всеми праздниками поздравляют. Коллектив заводской лаборатории на самом деле дружный, заводной, веселый и креативный. Все 40 лет здесь придумывали и проводили свои конкурсы и обязательно участвовали в заводских мероприятиях. Традиции подхватила и продолжает молодежь. Артистичные сотрудницы лаборатории запомнились туазовцам выступлениями на новогоднем смотре-конкурсе и конкурсе заводских талантов. В первом конкурсе профессионального мастерства название лучшего лаборанта химического анализа девушки ЦЗЛ заняли призовые места, доказав, что умеют не только выступать, но и работать. Сотрудницы заводской лаборатории постоянно принимают участие в профориентационной работе предприятия. На встречах со школьниками и студентами демонстрируют химические опыты и проводят показательные мастер-классы, увлекательно рассказывая о своей работе. Начальник управления по контролю качества Тольятти азота Евгений Митин говорит, что лаборатория – это лицо ТУАЗа. Много работ делается в лаборатории, и информация, которая дается лаборатории, это
тысячи, это десятки тысяч, это сотни тысяч анализов в год, которые они выполняют, является основанием для принятия решений. Я от всей души поздравляю коллектив ЦЗЛ с юбилеем, желаю творческих успехов, самореализации, достижения поставленных целей, успехов в работе и крепкого здоровья.